Запорожье, ЗАЗ-58М. А на нем Никифор Финагин. Пожалуй, это самый молодой член авторетро-клуб «Калининград». Несмотря на свой юный возраст, Никифор Финагин владеет достаточным количеством знаний по ремонту, эксплуатации, завершить автотехники. Ведь это его не единственный Запорожье. У него есть Карпаты ЗАЗ-965 и ушастый ЗАЗ-968. А сегодня он представил нам свою новую игрушку, последний Запорожец ЗАЗ-968М, который был куплен в удовлетворительном, но комплектном состоянии. Автомобиль прошел капитальный ремонт кузова, была приведена в порядок техническая часть, и сегодня он перед вами. Никифор Финагин, самый молодой участник, студент. Юный коллекционер Запорожца. Сегодня он награждается почетным дипломом участника авторетро-фестиваля «Золотая тень Калининграда 2019». Ваши аплодисменты! Ну что ж, Никифор, под мелодичный звук клаксона и звук разнообразного тренировочного оглашения Никифор нашу площадку. Спасибо! Ваши аплодисменты, дорогие зрители! Ну что ж, участник под номером 28, Mercedes-Benz 200 в кузове ЗАЗ-115. Chce pan jeszcze ostatnią rundę zrobić? Tachu, weź te okulory, te miście powiedz sobie. Tak. Zrobi pan rundę? Niech jadę. Może chłopaków jeszcze przewieźć na koniec? Nie. A oni jechali kiedyś z rynką? Trochę. Ja, wiesz, tam przewieźć, dzieciaku. To pierdolę, to szanuję. Dobra. No to co, chcecie się przejechać? Ostatnia szansa. Ja bym się przejechała, to byś się, ja bym wsiadła za kierownicę. Ja jadę, ale... Za kierownicę to nie polecam, to nie jest prosty. No tu te biegi. Ze Stachem pojadę? Ze Stachem, tak. Ze Stachu, chodź, przejadę pierwszy rok. Stachu. Stasiu. Mogę się przejechać? Nie no, lewarek to mógł pan... A, pompka, dobra. Lewarek to niech pan zostawi. To rybka, to już jest moja. Zabiorę. Jak coś tam pan ma do syrenki, niech pan da, bo to i tak panu już się nie przyda, nie? Ale co pan ma? Ale co pan ma w innym miejscu? No reser jest tam tylny. Aha, no to włożymy do bagażnika. Opony są jeszcze. A dobre chociaż jakieś? No możliwe są. Ule, do ryku chcesz jechać? Chcesz jechać ze Stachem? To co, jedziecie? Ja jadę, ale mi zdjęcie tam zrobi się. Nie wiem. Ja jadę z przodu. A ja muszę mieć zdjęcie. Wszystko stało. Przedaję dzisiaj. Stacha też weź pan. Stasia, wróci się. No Stasia, to jakby mieszkał bliżej, to ja bym go zgłosił gdzieś, może by chcieli przyjechać, nie?
Такая вот получилась ветка автомат. А у меня на этом все, и спасибо за внимание. Я не знаю, что такое МКИ, СЗД. Ага, съели СЗД. Кто хоть раз назовет С3Д СЗД, тот лох. Заводская табличка. Белая ночь. Блин, у меня была белая ночь ВАЗ-2005. Ну, правда, почему-то моя белая ночь была больше похожа на эту белую ночь, которая почему-то здесь серая. Итак, про что тут рассказывать? А рассказывать тут, собственно говоря, не про чего. За пассажирским сиденьем мы имеем табличку, где написано Серпуховской или Серпуховский, неважно, моторный завод, мотозавод модель С3D, год выпуска 1982, как я говорил, номер кузова 166957 и номер двигателя 120811, сделано в СССР, а также краник бензобака. Резерв закрыто-открыто, три положения. Здесь есть стартер, как я уже говорил, но суровые русские парни всегда берегли электрический прибор, чтобы его потом не ремонтировать, и заводили этот автомобиль с помощью вот этой кочерги. Вообще, парни говорили, не надо этого делать, но я попробую. А где педали? Брат, где педали? Я только сейчас понял, что здесь нет педали. Итак, значит, это газ у нас, это сцепление. Это ручка КПП. А это тормоз. Кстати, очень удобная штука, ручной тормоз. Ну, я на это очень надеюсь. Ладно, попробуем. Так, нейтралка. Нет, ноги здесь явно лишние вообще. Шея. Извините. А я тебе этого не говорил. Руку... Врешь, не возьмешь! Нефиг делать. Я понял. Блять! Все, это запикаешь, да, надеюсь? Все, короче, я не тот, я не крепкий парень. Все, жми лучше кнопочку. Так, где она? С левой стороны. С левой стороны, вот это, да? Иномарка, брат, иномарка! Вы понимаете, какой это шиндец? Мотор орет у тебя за спиной. Плюс ко всему, выхлопные газы тоже летят в салон. Кстати, скоростей тут 4. Они последовательны, как в мотоцикле. Первый вперед, остальные все назад. Второй еду. Тут все отваливается. Ну, а естественно, видно улицу. Посмотрите, какие там дырки. С палец толщиной, с палец. Ну, опять же, поверим людям, которые пользовались запорожскими печками, что зимой все-таки в машине, наверное, было тепло. Инвалиды все буддисты, мне кажется. Вот у меня есть такое подозрение.
Тут как минимум надо 4 руки. Или хотя бы 8 пальцев на каждой. Так. А где же все-таки нейтралка? О, вот она. Thank you.
вид второй версии машины 40-го года с обтекаемым колпаком кабиной. И ровно через 70 лет после появления машины на свет работа над ГЛ-1 была завершена. ГЛ-1 нужно понимать как гоночная Либгарта. Автомобиль назвали в честь главного конструктора завода. Тогда это был самый быстрый автомобиль в Советском Союзе. А до появления ГЛ-1 советский автоспорт мог гордиться только самодельными машинами на шасси ГАЗ-А и М1. ГЛ – первый советский гоночный автомобиль, созданный в заводских условиях, что и обеспечило ему необходимый статус и официальный пропуск в автомобильную историю. Возглавляя на ГАЗе КБ двигатели, Евгений Агитов руководил знаменитой работой по переводу размерности нового двигателя Dodge D5 из дюймовой системы мер в метрическую, в результате чего родилась легендарная шестерка ГАЗ-11. Этот мотор и открыл Николаеву путь к новым рекордам. Сейчас сложно себе представить, что ГЛ способен передвигаться со скоростью 160 км в час. И ладно бы техники все равно, но каково человеку внутри? Только прикоснувшись к живому металлу, обхватив огромную тонкую баранку и вдохнув запах низкооктанового бензина, понимаешь, водитель в те времена – это тяжелый труд, большая ответственность и самоотречение. По своим характеристикам мотор похож на гоночный турбодизель. На низах его практически нет, хотя именно этого ожидаешь от старого двигателя. Раскручивается быстро, но также быстро утыкается в верхнюю планку. Передачи трехступенчатой коробки не синхронизированы. Однако, если приноровиться, все втыкается довольно четко. Когда я отсматривал отснятый материал, мне казалось, что я ехал очень медленно. А там, внутри, есть ощущение, что ты просто несешься. При этом чувствуешь себя, как в батискафе. Тесно и узко. А еще душно и жарко. Дышать нечем, никаких форточек не предусмотрено. Узкие шины срываются в скольжении моментально. Практически на скорости, максимально разрешенной в жилой зоне. Словом, мечта начинающего дрифтера. Но постепенно в поворотах все меньше и меньше сбрасываешь. Оказывается, центр тяжести расположен довольно низко. А все потому, что мосты, в отличие от обычной М-ки, находятся не под, а над рамой. А это значит, что создатели этого чуда планировали передвижение автомобиля не только по прямой, но и думали участвовать на нем в кольцевых гонках.